Самое то, что мне запомнилось, так это наша контрольная. Я очень всегда волнуюсь, когда контрольные. Я всегда думала, что у меня не получается, потому что там есть многое непонятное для меня, но я потом это все дома несколько раз повторяю, и в итоге я сдаю контрольную. Поэтому я волнуюсь. Ну, было много разных событий. Там Новый год, например, прошлогодний. Поездка с всей моей семьей в Брянск. Больше всего мне запомнилось событие, когда мы на фабрике елочных игрушек красили, сами делали шарики, там красили их. Мы ехали на каток, и там мы катали. Там было много людей. Мы взяли с собой нашего брата, нашего папу. Кататься нелегко. А потом мне было легче кататься. Чтобы не упасть, надо отталкиваться ногами, держать равновесие и не надо сильно разгоняться. Ну, запомнился он мне очень хорошо, потому что мы там в конце зимы прошли, мы там играли в снежки последний раз. Потому что наступала весна и все таяло. Так красиво было, что таяло, но играть не с чем было на улице. Так что все дети начали выносить игрушечные кораблики из бумаги. Ну, в этом году мы ездили в город Ейск на Азовское море. И там мы ходили в аквапарк. Ходили на пляж. Там очень близко был парк развлечений, мы всегда туда ходили. То, что мы отдыхали летом на речке, купались, шалаши строили, на дачу ездили, в деревне были, заготавливались на зиму. Надо заготавливать. Правильно, надо закатывать банки, овощи, фрукты, заготавливать дрова. Я кушаю потом зимой, ну, пью компот, сейчас мы с дедом потихоньку достаем. Ем огурцы, овощи, ну, помидоры. Поездки в Брянск, в аэропарк и на фабрику елочных игрушек. Мы ездили всем классом. Я запомнилась то, что как мы разукрашивали елочные игрушки на фабрике. Мне понравилось, как я пошла на 1 сентября, потому что там все дети начинают школьную жизнь. Сначала надо знакомиться с учителем, а потом она все расскажет, покажет класс. Ну, мы ездили в Москву, что брату моему, потому что он, ну, поступал на работу. И мне понравилось, что он поступает на работу. Мы поехали на дачу, там было все заёшее, потому что мы туда не ездили 6 лет. Мне нравится отдыхать на даче, потому что там постоянно все заёшее. Ну, в прошлом году мне понравилось больше всего событие, то, что мы ездили в Египет. Там было весело, мы там отдыхали 9 дней, мы каждый день купались, были разные анимации в Египте, меня папа учил плавать. Мы каждый день по утрам ходили вместе с ним на море, а мама спала. Я ездил на дачу, купался там, рыбачил. До рыбалки надо удочка, и для нее надо, чтобы рыбачить. Я ходила к Никите на день рождения, у него был торт, пицца, батут, в Диснейленде у него было. Я прыгала на батуте, я ела попкорн, я ела пиццу. Я пила сок.
Мне запомнился Новый год, потому что я поехал в Мурманск, и мы были на ледоколе Ленина. Мы повезли провожать с мамой и папой сестру, а моя сестра Ксения Мишкина. Мне запомнилось тем, что когда осень уходит, очень становятся красиво, листья остаются на земле разноцветные, как будто ковер. Когда я гуляю, мне прям очень нравятся листья по пенатикам. Я ходил в этом году в кафе. Я ходил с мамой в кафе, я там ел картошку фри, пили мы чай и кофе.